Начиная с 3 мая в Нижнем Новгороде ожидается отключение центрального отопления. В некоторых муниципалитетах, к примеру, в Дзержинске, решение об этом уже принято. Каждый раз, когда наступает это судьбоносное для батареи время, возникают не менее жаркие, чем теплоноситель в трубах, споры. Еще рано или уже поздно. Я вот тут вот, в Хрущевке живу, так у нас сразу чувствуется. Вот сейчас, если отключат, у нас будет холодно. Я думаю, рано. Как в прошлом году май был очень холодный. Не знаю, как в этом. Обычно же это где-то 15 мая отключают. А я думаю, что это рановато. Без разницы, уже тепло, нормально. Для детей это, наверное, рановато. Можно, наверное, еще немножко погреть квартиру. Комфортно, да. Хорошо сейчас. Можно даже уже было и раньше отключить. Когда топят достаточно в полную силу, то приходится открывать все окна, проветривать. Поэтому вполне нормально к этому относимся. Напомним, распоряжение об окончании отопительного сезона принимает муниципалитет. Когда в течение 5 суток среднесуточная температура превышает плюс 8 градусов Цельсия. Но, безусловно, с учетом в том числе и долгосрочного прогноза. Похоже, погода не подвела. Все эти дни держался хороший плюс. Так что, скорее всего, уже в четверг в батареях наступит ледниковый период. Впрочем, по правилам теплоснабжение отключают постепенно. Сначала похолодает на промышленных объектах, потом в квартирах, и только в последнюю очередь похолодание коснется социально важных объектов – больниц, поликлиник, школ и детских садиков.